Он родился еще 700 лет назад и с детства готовил себя к особой миссии. К 20 годам решил постричься в монахи. Речь о Сергии Радонежском. Его православная церковь почитает в лике святых как преподобного, то есть угодившего Богу монашеским подвигом. В Чебоксарах появится храм в честь этого святого. Сегодня осветили место строительства. Это пока здесь только заборы и трава. В ближайшем будущем между художественным музеем и Домом Союзов вырастет большой соборный храм преподобного Сергия Радонежского. Высота более 40 метров, он будет вмещать 1000 человек. Сегодня место будущего строительства осветили. Наша задача, воспитывая молодое поколение, подняв этот храм, помня об истории, должны воспитывать молодое поколение духовно-нравственном воспитании, чтобы у них была присущая любовь к своей земле, любовь к своим окружающим, и от этих добрых дел они совершали еще добрые дела. Так называемый нулевой цикл, то есть подготовку площадки и земельные работы, планируется закончить к 2015 году, когда Чувашу посетит патриарх всея Руси Кирилл. Участок под строительство выделил город, а вот с финансированием не все так просто. В бюджете города такой строчки невозможно заложить на строительство храма. Да? Какие-то средства мы, наверное, изыщем, но все-таки я думаю, что строить будем это вот всем миром. Наверняка, скажем, церковь тоже сама какие-то средства будет вкладывать. Поэтому здесь будут источники финансирования самые разные. Конечно, депутаты городского собрания, депутаты госсовета и все неравнодушные люди, я уверен, что помогут. Иными словами, одними молитвами здесь не обойтись. Нужна финансовая поддержка, отметил митрополит Чебоксарский и Чувашский. Ну а первые взносы на строительство народным избранникам и представителям правительства он предложил сделать сразу же. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.